Привет, друг! С тобой Айван. Мы продолжаем играть на сервере CCGPlanet, сервер в МТА, сервер номер 6, все то всегда. Я надеюсь, 12 дней прошло, я еще как бы успеваю заснять видос, поэтому сегодня вместе с вами, как вы поняли по названию ролика и по превью, мы посмотрим новую работу медиком, сравним ее с работой медиком на Смотра МТА и на Радмир МТА. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, с обновления уже прошло 12 дней, сегодня 12 января, момент записи этого ролика. Сегодня мне исполнилось 19,5 лет, можете меня поздравить в комментариях, мне будет очень приятно. Знаешь что, я так и не договорил, вышло обновление, о, уже пацаны работают, привет, зачем я руку поднял, не знаю, поздоровался. Вышло обновление, они добавили новую работу, я такой, окей, пацаны, в следующей серии мы на следующий день должны были пойти посмотреть эту работу, то есть 1 января. Но 1 января я зашел. Пошел, сдал на права на пассажирский транспорт, это вам тоже нужно. Приезжаю в Больку, а здесь работы нет. Там только один плюсик. Это капец, я такой, классно. И после того времени я захотел только во время стрима. Поэтому работа медика, сегодня перед вами стоит ответственная задача. Вам нужно приезжать на вызовы больных и помогать им. Определите, что требуется, помощь на месте или госпитализация. С тяжелобольными пациентами придется поторопиться начать. Блять, еще специально транспорта, а где его взять? То писала только пассажирского, теперь еще специального надо. Так, походу вот это автошкола специального транспорта. Угу. То есть мы сейчас будем сдавать на бульдозере, хотя я когда-то сдавал, чтобы работать медиком, да? Я понял. И последний чекпоинт. Та-дац. Вы успешно сдали экзамен на лицензию для вождения спецтранспорта. Ну что, хоть сейчас я смогу поработать или нет? Ох, ема, здесь тачки какие стоят. Давайте ешку закроем, оставим здесь, пусть пацаны любуются. Да, начать, наконец-то. Ура, работа медиком, дали нам самый новый спринтер, окуленок такой вот. Короче, поступил вызов. А, то есть вызовы мы не выбираем. То есть нам сказали, мы едем. Понял, принял. Ох ты, ё-моё, как далеко, как далеко. То есть это типа Радмира сказали, поехал. И на тачку медицинскую приходят штрафы. Реализм. Не человека спасать. Осталось вон времени справа шкала, а штрафы приходят. А, я тупой. Верона Бич, это там. У меня какого-то хера метка стоит здесь. Я метку случайно поставил и не туда поехал. Фу, я даун, бля. Обратно давай, погнали. Давайте пока будем ехать назад, посмотрим, что по салону. Руль, как всегда, на CCD крутится. Ну, достаточно приятно сидеть, находиться здесь. Он протекстурен такой. Сразу протестим, что будет, если не приехать вовремя. Ой, да. Вы не успели на вызов. Пациент умер, за это вы должны понести наказание. А, звездочка, блядь. А следующий вызов можно? Я видел только, что М5F90 ездила. Оп, появилась. Так, так, так. Можно я от этого вылечу? И мне звездочку уберут, а? Там и в 90 ездила, как бы. Кто с другого сервера не шарит, здесь ментом работают только люди из клана. Вот, если они сейчас тебя словят, как бы, ты будешь сидеть в тюрьме. А я же ролик еще не записал. Ладно бы в конце. Ну, в начале это фиаско. Братан, держись, я этот раз успел. А почему он стоит просто? Не лежит, понимаю. У пациента наблюдаются следующие симптомы. Пищевая токсикоинфекция. Дать панангин, госпитализировать, уложить. Погоди. Дать панангин. Ошиблись выбором. Госпитализировать. Ура. Угадал. Хотя я не это хотел нажать, но ладно. Я понятия не имею, что это такое, но будем наугад тыкать. А, больница, кстати, вот это, что Сиджая лечила. Не наша вся, а та, что Сиджая. Оп. Вы получили 12 тысяч. Неплохо. А он, может, выйдет? А, пропал. Реалистично, реалистично. Очень реалистично. Ну, давай тогда следующий заказ, кстати, очень долго. А нет, недолго этот раз. Океан Докс. Окей, погнали. Ага, это ближе вот там, понял? Едем. 52. Ну, ники у них, конечно, оригинальные. У пациента наблюдаются следующие симптомы. Перелом левой ноги. А, понимаю, да, госпитализировать, поставить. Конечно, госпитализировать. А интересно, они добавили пасхалку там, не знаю, как на Смотре? Они, интересно, добавили такую же пасхалку, как на Смотре была, что пацан засунул свой, как бы, половой... Половой? Ну, полевой? Ну, половой? Ну, ты понял, да. Орган в трубу.
и что с ним надо сделать, либо отрезать, либо достать, и что-то еще. А, и дать обезболивающее, вроде такое было. Интересно, здесь есть такое или нет? Вот это одна пасхалка, и вторая пасхалка была бы интересная именно с коронавирусом, типа. Вот одна скоро, вторая стоит. Достаточно популярная работа, если люди работают, либо просто новая работа, чтобы им чем-то заняться. А, все, нам жопа, за мной едет этот мент, потому что мне звездочка мерцает, и мне выходить нельзя. Ебать, вон я уже вижу в 90, поэтому съебываемся отсюда. Бля, нам надо в город. Не в город. В город. Блять, пизда. Вот и поработали, пацаны. Ай! 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 Попытка номер 2, не, эта серия, это капец, это права не сдали, в тюрьме посидели, второй раз. Знаешь что, игры во врача, это очень как бы жесткие игры, очень жесткие. 20-20, давайте сейчас поедем на вызов, а где вызов? Можно вызов? Интересно, здесь такие же вызовы, как на Редмире будут? Ну, похоже вообще, прям очень похоже. Так, а как, собственно, к нему я должен был заехать, если здесь все перекрыто? Ну да. Камела. Автомобиль скорой помощи должен быть ближе к пациенту. Окей, а как? Ладно, все, быканул. Извиняюсь. Так, оп, сюда. Ну зачем остальные перегородили? Окей, госпитализировать. Короче, почти все ответы гостепилизир. Ну, короче, ты понял, да. Заезжаем отдавать внизу, кстати, не вверху. 12670. Ну, я так и заметил, что где-то оплата от 11 тысяч до 12-13 за пациента. На пациента уходит плюс-минус 2-3-4 минуты. Ну, и плюс ожидание еще следующего пациента. Ну, да, где-то минуты 3. Салам алейкум, ракета. Ух, вот это ракета, реально. Отек венки. Что это означает? Я не знаю. Поставить укол адреналина. Выбрали правильный ответ. Серьезно? Я так угадал. Вы получили 9 тысяч. А, то есть, если нам не нужно отвозить, мы получаем 9-10 тысяч. Ну, 9 либо... Ну, 8-10 тысяч, короче, я понял. А, и этот заказ буквально минуту шел. Статистика. Очень сложно будет посчитать. Но то, что тащика, блядь, козлит, это капец. Здорово, пармен. Пармен, не ники, конечно, топ. Слабое алкогольное отравление. Дать активированный угол. 9 тысяч сразу. Татац. То есть нам могут выпасть задания по минутке, где нам нужно выбрать правильный ответ. Либо там, где есть гастопелизи... Ты понял? Вот, а те дают нам по 12 тысяч. Давай вот, аск 500. Госпитализировать, даже смотреть не буду, реально. То есть там, где есть госпитализировать, то есть это правильный ответ везде. А, кстати, что у него было, я даже не смотрел. Да. Понимаю. Все, отвез. 14 тысяч даже дали, нихера себе. Да, оплата не фиксирована, нихера. От 11 до 14 мы можем здесь получить. Не он, давай. О, тут интересное подозрение на инсульт. Ага, и он тупо стоит, я понял. Госпитализировать. Чё я так долго думал, я не знаю. Оп, 14900, почти 15. Неплохо. И что-то ВСФ прям быстрее, либо то, что я выполняю их, либо я не знаю. Ну, прям вот один сдал, второй поехал. Маша из Таиланда, 138. Потеря сознания. На 14 период. Что там, почта? Что-то была? Почта? Что за почта? Вам Маша каменная. Все, погнали. Что-то Маша теперь, Игорь. Пароль как будто. Госпитализировать. Читать даже не надо. 14 тысяч опять дали. Неплохо. Фейсик, 3 шестерочки. Ага, госпитализировать. Мне интересно, я наткнусь на какой-то вопрос, где правильный ответ будет не госпитализировать, если он, ну, если он будет доступен. Мне кажется, таких ответов нет. Эта работа достаточно прикольная, да, то, что разные варианты ответов, но эти ответы буквально решаются там первых два, ну, ладно, первую неделю. Все поиграют, все найдут ответы, как на смотраем-то было. И все, и будут катать с ответами, так что такое себе. О, этот раз вообще 9 тысяч дали. Знаешь что, давайте так, поработали мы ровно 10 минут вот здесь, были у нас разные заказы, и сколько нам дадут денег? 94 тысячи за 10 минут? Это мне повезло или это реально столько платят?
В принципе, что, давайте подведем итог. Всего лишь я поработал на этой работе 10 минут, и за 10 минут я заработал 94 тысячи. Давайте умножим на 6, чтобы узнать, сколько в час, и выходит, что за час я бы заработал 564 тысячи. Но это еще нужно отнять время, пока я доехал, разные ситуации на дороге, возможно, заказы долго бы искались. Ну, короче, 1450, я думаю, можно здесь заработать за час. Это достаточно неплохо, и выходит, это одна из самых лучших работ на этом сервере. Также, что я говорил поначалу, давайте сравним с Motor MTA, скорую помощь Redmir MTA и CCD Plant. Первая скорая помощь вообще в сфере MTA появилась на сервере Redmir. Там, в принципе, она осталась без изменений. Спринтер, просто катаешься по меткам, возишь пациентов и все. Насмотру, потом добавили эту работу, но изменили то, что нужно вводить правильные ответы. Также были разные там пасхалочки, я уже говорил какие. В зависимости от твоего решения, тебе платили разную зарплату, тебе не давали звезды, ничего. На CCD Planet решили сделать тупо так же, как на Смотре, добавить вот эти ответы. Ну, может, это прикольно, как они скажут, не плагиат. Но есть то, что мне не понравилось, это гребаные звезды. Если ты отвечаешь неправильно, тебе дают звезду, и за тобой приезжает пацан в клане, и сажает тебя в тюрьму на 20 минут. И, в принципе, весь твой лут и все твое настроение идет коту под хвост. Поэтому эта работа достаточно прибыльная, дала мне нотку ностальгии по осмотру МТА. Не знаю, почему все CCD Planet решили ее добавить аж в 2022 году. Ведь эта работа буквально всех на слуху еще с самбо можно было добавить и пораньше. Поэтому работу я, можно сказать, эту рекомендую. Если у вас нет денег, идите сюда, можете сразу идти в SF, потому что хорошо платят. Как мы поняли, по этой серии есть два сценария по работе. То есть первое, это ты приезжаешь, есть кнопка госпитализировать, и там еще два ответа, ты нажимаешь госпитализировать, она 100% правильно, и отвозишь ее в медицинский участок. Если этой кнопки нет, ты выбираешь правильный ответ, либо дать таблетку, укол и т.д. и т.п. А у меня, в принципе, на этом все, я надеюсь, спустя 12 дней я вам донес что-то интересное. Сравнили эти работы с этими же работами, только на других серверах. Пишите, на каком сервере вам больше всего нравится реализация этой работы. Также не забывай подписываться на канал, ведь наша цель 10 тысяч подписчиков к Новому году. Нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.